Бум, ребята, ёж на связи. Так, новый видос подъезжает, ребята. Сегодня покажу вам, как сделать очень классную лутовую комнату. Это супер новая лутовая комната. Итак, вот так вот она выглядит со стороны. И вы с каждой стороны сможете подстроиться, то есть застроить ее вообще полностью. Тут ставятся как и квадратные, так и треугольные фундаменты. Также и стены. Проблем с этим нету. Можете обустроить как хотите. Но нам самое главное нужно то, что находится внутри, а именно конструкция, как же все это устроено. Смотрите, просто так сюда не попадешь. Для этого нужна сюда гаражная дверь. Без нее никак вовнутрь, никак. Даже до ящика не добраться, до большого, который там стоит. Итак, теперь у меня здесь есть вот такая вот гаражная дверь. Не видите? А вот она. Вот, и теперь вот так вот встаем вот сюда вот. Вот так вот. И смотрите, опа-на. Хе-хе-хе. То есть меня толкнуло двери сюда вот, и я попал под, сюда, под крышу. То есть, и здесь у меня стоит шкаф. Классно, да? То есть, если дверь снесут, сюда никак не заберутся. Нужно будет громить потолок. Никак, ребят, сюда, без этой двери. А как сделать ее, ребята? Покажу. Кажется, может быть и сложно, но на самом деле легко и просто. Поехали. Тыщ, пау. Итак, квадратный фундамент, ребят, и всего лишь ставим сюда два треугольника с левой стороны, можно справа, с любой стороны. Вот, и обязательно ставим сюда вот такую вот маленькую стену, без нее нам треугольник здесь не поставить. С одной стороны, окей, сделали, и вот у нас место теперь для шкафа. Шкаф сюда бдыщ, встает, и, конечно, замок на него, сразу замок, ребят. И здесь конструкция легко и просто ее сделать. То есть делается вот таким вот способом. Я 100 раз показывал, как это сделать. Делается с помощью маленькой стены и супер маленькой стены. Ха-ха. Вот теперь доступ у нас есть к шкафу. Вот, смотрите. Ну, а теперь все легко. Здесь у нас ставится крыша вот такая вот. Бам! Сюда ее поставили. Классно. Ну, а с двух сторон теперь просто-напросто нужно закрыть вот таким вот способом. Оба-на! И теперь здесь надо поставить фундамент. Если фундамент не ставится, сломаем крышу и ставим фундамент. Легко и просто. Здесь уже ставится все. Бывает такое. Это же раз, ребят. Что вы хотели? Все, теперь снова ставим крышу без проблем. Опа. То есть расширить ее можно в любую сторону. Хоть кверху, хоть снизу, хоть сбоку, хоть сверху. Ну и так далее. Ну и все, друзья. У нас практически все готово. Осталось поставить сюда гаражный проем. Так он ставится. Бам, готово. И дверь сюда крепим. Поднимаем ее вверх. И вот, пожалуйста, сюда можно поставить также ящик для хранения лута вашего. И вот так вот подошли, дверку нажали, и сейчас нас вытолкнет сюда вот, протолкнет. Готово. Все, здесь я в шкаф могу скидывать разные лут-ресурсы, сюда могу складывать тоже свои ресурсы. А вернее, барахло, которое нашел. Хо-хо-хо. Ну и все. Вот так вот легко и просто мы с вами сделали такую комнату. Выбраться отсюда я так и не смог. Залазил и на ящик ставил костер. Не получилось у меня вылезти, пока без выхода, только с входом. На этом все, ребят, с вами был Мистер Ёж. Навалим лайков, если нравятся постройки такие необычные лут-комнаты. И увидимся в следующем видосе. Пока. Бам!